Если честно, но мне кажется, такой объемный тест с URL, наверное, никто на Ютубе на российском не делал. Мне кажется, мы первые. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале Сверлышки. И мы решили сделать большое собрание. Практически самые популярные модели были собраны. И протестировать их в деле. Отлично понимаю, что это очень большой объем работ. И для того, чтобы постараться его как-то ускорить, чтобы это все было не так муторно, не так долго, я подумал, что было бы неплохо сверлить какой-нибудь более твердый материал. Ну, например, у нас есть вот здесь вот, это болванка из нержавейки, профильный квадрат. У нас есть, конечно, и сталь черная, но там просто будет достаточно большой объем работы, и протестировать 30 сверл, если каждое сверло будет 50-60 отверстий делать, вам просто 1500 сверлений смотреть будет неинтересно. А если я вам назову цифры, вы скажете, да это предвзято, и мы вам не верим. Да и сами понимаете, что это глупо. Поэтому решили взять нержавеечку. Взяли такой вот 4×4 кусочек. Вообще изначально мы хотели сверлить с использованием охлаждающей жидкости, но потом подумали, что это увеличит время просмотра ролика, увеличит ресурс сверла, и вы будете намного дольше все это смотреть, и это мы будем тоже намного больше делать. Поэтому решили ограничиться тем, что все будут в одинаковых равных условиях, все будут сверлить без охлаждающей жидкости. У нас станок настроен на 1000 оборотов в минуту, сверление примерно на средних оборотах. У нас получилось так, что одно сверло мы просто уже во время предварительных тестирований оказалось, что оно всего одна штука, но оно себя показало очень хорошо. Энкоровское сверло. Артикул у него 22060. Мы удивлены были, сколько оно отверстий просверлило. Оно вот здесь вот в пакетике. HSS — это быстрорежущая сталь. Есть же HSS с добавками кобальта. И есть еще R6M5 сверла. HSSG бывает сверла. R6M5 я вам сказал. HSSR. И есть еще с покрытием нитрит титана сверла. У нас на данный момент практически большинство сверл видов представлено. R6M5 у нас, я вижу, есть. HSS есть, кобальтовый тоже есть. И единственное, что может быть нитрит... А, титановый тоже у нас сверлышки есть. И сверлышки у нас еще есть для импакта. Там одно сверло. Интересно будет Бошевское протестировать его. Единственное, чего у нас не будет, это советских сверл, потому что у нас их просто нет. А советские сверла, как вы знаете, самые лучшие, самые крутые, но они остались в далеком прошлом, к сожалению. Будем использовать сверла от 20 рублей до 400. Самое дорогое сверло — это метабовское 400 рублей, вот это вот кобальтовое. Причем я удивился, что оно сделано в Китае. Но оно написано для нержавейки, для металла, HSS кобальтовое. Шестерка. У нас все сверлышки будут использоваться шестерки. То есть все примерно в одинаковых условиях. Ну что, начнем потихонечку. Я буду называть артикул сверла, наименование, и мы будем записывать количество отверстий, которые оно сделало. А сразу скажу, отверстий на 22060 у нас получилось 32 штуки. 22 мы записали. Теперь попробуем. Это сверло стоит 40 рублей. И потом мы посчитаем соотношение количества отверстий и цена. То есть цена одного отверстия, сколько будет стоить, и, соответственно, выявим самое лучшее сверло. Попробуем сделать так. Так, 21060. Какое у нас следующее сверло? 21060. Это вот это, походу, вот оно. Yes, поехали. Сверло Encore 21060, самое дешевое, 20 рублей в стоимости. Ну что, используем станок компании Jet 350 ватт. Блин, как так получается? 4 сверла, 3,5 отверстия. Как так получается, что вот этим дешевым сверлом, блин, мы еще камера не писала, сделали с ним 32 отверстия. Не поверит же никто, а. Перегрелось оно. Перегрелось и сгорело прям как пластилин. Следующее сверло, которое стоит 50 рублей, компания Zuber. Zuber Technic, класс имеет B. Оно вот такое черное. Вообще быстрорежущих сталей, как таковых в Китае, там это, она какая-то такая не очень-то строгая величина. Она может быть от говенного пластилина до очень качественного сверла. Поэтому это все называется быстрорежущая сталь. Поехали.
Аларма, аларма! На 16-м сверле она застряла, перегрелась и превратилась в болванку, которая уже не подходит для работы. Ну что ж, неплохо, это лучше, чем предыдущее сверло. Здесь хотя бы 16 отверстий сделали. Это техник, 16 отверстий, 50 рублей стоит. Спиральное сверло Торвик. Thorvik, как правильно говорить, TH Thorvik. Китай, естественно, Китай. Что из себя представляет? По HSS сталь, цветные металлы, нержавеющие стали, 118 мм, заточка, как и у всех остальных. Ну что же, попробуем Thorvik. Кстати, тин — это что означает? Титановое покрытие. Думаете, оно здесь, да, оно вообще на случай цвет имеет. Ну что ж, поехали. Все, оно раскалилось, больше работать не хочет. Интересный результат. Раз, два, три, четыре отверстия, все. Четыре отверстия, а ведь это Thorvik, титановое покрытие. Увы, оно 70 рублей, к сожалению, не стоит. Кидаем его сюда, записываем 4 отверстия. Следующее сверло стоит 70 рублей, Сибртех. Сибртех R6M5, HRC6264 по Роквелю. HRC — это твердость металла. Ой, прям нахвалили, мама, не горюй. За счет направленной волокнистой структуры имеет высокую прочность, предназначен для получения отверстий в различных материалах. 118 угол заточки, проверяем. Еще раз напомню, что вы можете сделать намного больше отверстий, если будете использовать охлаждающую жидкость во время сверления. Будете минимально нажимать, хотя я при проведении теста достаточно тихо, ну, вернее, не то чтобы тихо, очень плавно даю нагрузку. Поехали! Все, она раскалилась, не режет. Два отверстия, Карл, R6M5, направленная волокнистая, там какое-то нахваленное супер-пупер сверло, по факту два отверстия, у меня аж перчатки пригорают. Сверло выглядит вот таким вот плачевным образом. Очень-очень слабо. Сибртех R6M5. Кстати, по-моему, если я не прав, поправьте. Спасибо. Если я не прав, что советские сверла краски делались из стали R6M5. А вот еще, кстати, у нас один кандидат только сейчас пришел. Запишем его Матрикс. 71 602 артикул, цена у него 60 рублей, давайте его тоже проверим. Но оно очень похоже на Торик, единственное, что у него хвостовик, видите, под шуруповерт. Заготовка готова, вперед. Только на одном заводе с Торвиком делают, потому что ровно тоже 2,5 отверстия они делают. 2,5 отверстия. Стыд и позор. Вот она. Оно вообще сгорело, смотри. Кстати, все сверла, которые мы сегодня помучаем, мы готовы их разыграть. Пишите в комментариях, мне нужны сверла под этим роликом. Мне нужны сверла! И мы среди этих комментариев разыграем вот этот пакет сверл. Там реально сверл на 4 или 5 тысяч рублей у нас будет, просто дофигища. Так, ладно, поехали дальше. Сверло по металлу Практика. Вот оно. Ага. Так, у него идет, значит, цена 110 рублей. Написано, что это профи сверло. 110 рублей оно стоит. Материал R6M5 также. Ну, не написано, что оно берет нержавейку. Не написано. То есть, ну, мы же понимаем, что не написано. Ну, давайте проверим. Если, конечно, брать научный подход, то каждое сверло предназначено для сверления своих сталей. То есть, для нержавейки специальный, для металла специальный.
Но где вы это вообще в этой жизни видели, чтобы кто-то покупал специально какой-то сверло, который там... Ну, вы в реальности этого не поймете. Просто надо брать, пробовать, сверлить. Все. Для этого мы это все сделали. Взяли, пробовали, взяли самый твердый материал и начинаем в нем сверлить. Я не думаю, что сверло, которое сгорело на втором отверстии в нержавейке, прослужит долго в обычном черном металле. Но не убедите меня в этом. Ну, согласитесь, это очень крутой результат. 23 отверстия просверлило сверло практика за 100 рублей. Ну, оно, во всяком случае, показало лучший. Если мы не в зачет не берем энкоровское, которое оно просверлило 32 за 40 рублей. Может быть, вы поверите мне просто на слово, но оно реально сделало это. Молодец, Прайс, хорошо его реально еще подточить, оно будет еще работать, будет работать. Следующее сверло стоимостью 110 рублей, а уже 120 рублей, это практика, ой, прошу прощения, Makita. HSS сталь, просто макитовское сверло, быстрорежущая сталь. Посмотрим, насколько Makita, все-таки это уже серьезный бренд, насколько она себя хорошо сейчас покажет. Все. 18 отверстий. Так, практика получается обошла его на 5 отверстий, это сверло. Все, перегрев пошел, и оно уже пошло по, как говорят у нас на Руси, пошло по. Следующее сверло у нас будет Miloki HSS, 120 рублей стоит. Где оно у нас, HSS? Похоже, что вот это, да? Да. Ну что ж, посмотрим, HSS сделано в Китае, наверное, да, здесь не указано. Да, в Китае указано. Милочка, 120 рублей. Поехали. Все, кина не будет. Кина не будет, потому что всего лишь проделано сколько? Раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9 отверстий. 9. Это даже меньше, чем Makita. Прощай, Miloki. 9 отверстий. Med-Ash сверло Zuber R6M5. Вот оно. Med-Ash R6M5 класс А. Класс А. По ГОСТу 10902-77. Соответствует классу точности А. Угол заточки 135 градусов. Уф, уже не 118, а 135. Этот товарищ должен нам дать хороший результат. Попробуем посмотреть. Стоимость сверла Med-Ash 120 рублей. Miloki тоже стоит 120 рублей. Med-Ash это производит Zuber. Med-Ash бахнул. Вы меня простите, но он реально бахнул. Так, давайте проверим. 41 отверстие, мадафака, это зубровское сверло. Вот это вот Med-Ash. Класс А. Реально очень круто. Пока это рекорд, 41 отверстие. И цена, ребята, внимание, 130 рублей. Фух, поехали дальше. КВБ. КВБ Silver. Вот это вот. Немецкая контора КВБ,
сделано for КВБ, нравится, made for KWB Germany. It means that it made for, but not in. КВБ. Ну, в принципе, 25 отверстий, не так уж и плохо. КВБ запишем 25. Цена 140 рублей. Зубр за 130 сделал 41 отверстие. Так, следующее сверло у нас идет стоимостью 160 рублей. Это Milwaukee Cobalt. Напомню, кобальтовое сверло с добавлением 5% кобальта, оно, как правило, более твердое, но более хрупкое. То есть оно у вас может ломаться при деформации, вернее, при изменении соосности инструмента. Ну, удиви меня, Милуки. Двадцать девять отверстий, это у нас Milwaukee Cobalt, 29, цена 160 рублей. Далее у нас идет, блин, мы пропустили одно сверло, энкоровское R6M5, вот такое вот, за 83 рубля, за 80 рублей. Нормально так бахнуло сверлышко Encore, я вам скажу, ребятки. 40. Вот это Encore сверло стоит 80 рублей. И оно сделало 40 отверстий. Оно пока самое крутое. Сверло Heller 17774. Ну, проверим. Хваленый Heller. Это, кстати, производит Германия. Что на сверле написано, сейчас я вам скажу. Это HSS сталь. Ничего нового я вам не сказал. Сверло Heller, Германия, мазафака, какая Германия, посмотрите, у нас всего лишь навсего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 отверстий сделал. 15 отверстий Heller. Есть еще такой 17804. Это вот это вот. Блин, ну здесь два сверла. 170 рублей стоит. Это, наверное, цена за два сверла. Бенц. Блять. Короче, оно в первом отверстии сломалось. Невозможно сверлить, но просто клинит сразу. Оно клинит просто в материале. Кто там хвалил сверла Heller? Начального уровня сверла у них полное говно. Даже самый дешевый Сибиртех себе такое не мог позволить так дерьмово клинить. Напишу 0 отверстий. Давал, так сказать, сверло 170 рублей стоит. Артикул сейчас я вам его назову. Это у нас идет Extreme 2. Артикул DT5549. Let's go! Восемнадцать отверстий DeWalt.
Так, это, кажется, было сверло ДТ-49-29, кобальтовое. И оно достаточно мало отверстий просверлило. И самое интересное, что ну, у нас просто шестерки не было, мы пятеркой просверлили, но я думаю, это не критично. Факт тот, что всего лишь 18 отверстий. А если мы сравним это же сверло, только возьмем, у них есть не кобальтовое. ДТ-55-49. А вот оно стоит... То сверло стоит 230 рублей, это стоит 170 рублей дешевле. Fire! 10 отверстий. Всего лишь 10 отверстий. Сверло 170 рублей. Маловато, скажем так. Сверло... Не перестану повторять, зубровская и энкоровская, они просто стоят и такие попивают пиво, такие. Ха-ха. Зубр кобальт еще, одна до кобальтова зубровского не набрались, посмотрим, вот что вот этот кобальт. Пока вот это хваленый кобальт не сильно, но здесь вообще идет класс. А R6M5K5, здесь вообще называется маркировка. Профессионал. Высококачественная, твердосплавная, с максимальным сроком службы, там наговорили, ну такое интересное сверло. Но во всяком случае, пока зубр себя показывал очень хорошо. Подтяну его, потому что я его немножечко плохо затянул. Дальше. Спасибо, спасибо, 49 отверстий. 49 отверстий, это рекорд. 180 рублей сверло кобальт. Сверло титан от КВБ. Опять же, тоже хваленое. Made for Germany. А, Made in PRC написано. Все равно китайцы делают. Да, но китайцы, которые делают вот это сверло кобальтовое, зубровская, кстати, оно где производится? Изготовленная компанией Craft Tool, Германия, ППП, Московская область. Не указано, но, скорее всего, Китай. Итак, сверло Титан КВБ 238-660, артикул Германия. Сдохни! Спасибо. Или поработаешь еще? Нет, уже нет. Пипец! 64 отверстия! Беру свои слова по поводу КВБ обратно, что они там Китай, не Китай. Хер с ним, с Китаем, но оно сделает 64 отверстия. За 180 рублей ценник. Это очень хороший показатель. У нас есть два сверла, 64-107 и сверло D09-743. Так, вот этим сверлом мы просверлили 18 отверстий. Я переписываю результат на 64-107. А вот сюда вот 64-107. Проверим, сколько оно отверстий сделает. 64-107. Такими темпами у меня не хватит нашей болванки. Оп.
Опа. Поехали. Makita D64-107 сделал всего 5 отверстий. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, так оно и стоит там, по-моему, рублей сколько? D64-107, 130 рублей, но все равно это дичь для Makita, 5 отверстий. Протокол испытаний мы вам в конце покажем. Перенесем в электронном виде на табличку. Заодно рассчитаем стоимость одного отверстия. Следующий испытуемый у нас идет за 240 рублей. Heller HSS Cobalt 21-235. Не знаю, Heller, по-моему, это компания, которая принадлежит Bosch, насколько я знаю. Спасибо. 54. Вот это хеллеровское сверло. Оно очень неплохое. 54 отверстия оно сделано. 240 рублей уже стоит. Сверло Bosch для импакта. 260 рублей цена. Сверло Bosch для импакта, артикул 2608-577-058, 18 отверстий, очень-очень мало, 18 отверстий, у нас осталось уже 6-7 сверл. Так, сверло Bosch HSSG, ну типа позиционируется как на 4 звезды, и что это HSSG стоит? Так, 240 рублей, дорогое. Чем дальше идешь, тем сверла более крутые идут, и тем дольше ими сверлить. А ты уже к этому моменту такой достаточно намучившийся. Думаешь, блин, когда вы все, зараза, уже закончитесь? А они наоборот все больше и больше. Снимаю это сверло с конкурса, потому что оно просверливается до середины заготовки и застревает. Все, ничего он не делает. К сожалению, сверло это полное говно. HSSG означает HSS говно. Сверло Bosch HSS говно. Так, ставлю, два отверстия сделала. Раз, два, три. Три сделала. 240 рублей стоит. 240. Эмфос, это сверло мне очень интересно, макитовское, они его позиционируют как очень крутое. У него специальная заготовка, типа как у Деволтовска, но как Деволт показался, мне не понравился. А вот как Makita себя покажет, сейчас увидим. Кстати, если его переточить, он уже поменяет свою эту М-образную форму наконечника, которая, вот я сейчас им сверлил, было на самом деле очень интересно. Оно сначала заходит очень тяжело в заготовку, долго-долго, и потом резко раз, вух, и начинает всю заготовку проходить. И она цепляется уже за металл, и она прям стружку такую снимает, длинную стружку. 15, 16, 17, 19, 20, 20 верстий. Это очень небольшой показатель для этого сверла. Ирвин, сверло по металлу кобальтовое.
Артикул 105-02-557. Уже подходит наш к концу тест. 280 рублей стоит это сверло. У нас осталось 3 всего еще сверла. Из сварка происходит. Хорошее сверло. Посмотрим, что оно смогло. 38 отверстий. Сверло кобальтовая практика почему-то стоит дороже, чем Ирвин. 280 рублей. Проверяем. Все, 280 рублей. 280 рублей практика попросила за свое сверло, которое раз, два, три, четыре, пять отверстий сделала. Ну, спасибо им за это, хоть не буду мучиться. Осталось гроссовское сверло HSS-E называется. Тоже кобальтовое, тоже 5%. Made in Spain. Сделано в Испании. Ну что, испанцы, мои друзья? Проверим ваше качество мануфактуры. Все, что сделано было в Испании в последнее время, мне нравилось. Это Руби плиткорезы, Батипав, Италия, простите. Руби, в Испании Руби. Я заметил, что кобальт очень, вообще сам по себе, кобальтовые сверла, они вот именно с нашей заготовкой, что-то как-то они очень плохо с ней справляются. Может быть, они просто для того, чтобы сверлить больше для обычных сталей. Наконец она сдохла. Так, и что нам дало? 68 отверстий сделала сверло Гросс за 280 рублей. Это сейчас на данный абсолютный рекорд. Реально сверло испанского производства, реально очень качественное. Ну и сейчас посмотрим, что нам на это ответит Метабо за 440 рублей. Карл! HSS Кобальт. Что там? Made in China? China за 440 рублей продать? Да вы отчаянные, Метабо. Вы отчаянные. Ну что, 440 рублей. Каждый вложенный рубль должно отработать. Это сверло Метабо. Проверяем. Тридцать четыре сверла Метабо за 440 рублей могли бы сделать и больше. Итак, наконец-таки подведем итог. Реально очень много сил было потрачено на этот тест, и можно сказать, что тест был достаточно субъективным, потому что сверлилась нержавейка, некоторые сверла не совсем, может быть, хорошо по нержавейке, некоторые наоборот, может быть, себя лучше показали. Но в любом случае мы показали работу, ресурс каждого сверла. Мы сделаем две таблицы в конце этого ролика. В каждой таблице будет указано, в одной таблице будет указано максимальное количество отверстий, какое сверло просверлило. И во второй таблице будет указано
стоимость одного отверстия. То есть чем дешевле получилась стоимость отверстия, тем круче сверло. Я вам рассказал в начале ролика, что у нас было сверло еще от компании Encor, которое не попало на него, не попало в кадр, потому что мы на нем тестировали, но оно оказалось реально очень крутое. 32 отверстия, мне понравилось очень. И она стоит там около 40 рублей. Ему тоже респект отдельный. Понравилось мне сверла, как все повели зубровские сверла. Некоторые практики среднего ценового сегмента хорошо повели. Очень мне понравилось сверло от компании Gross. Оно сделано в Испании. И видно, что оно такое качество своеобразное имеет. Она имеет своеобразную точку. К нему нужно немножко приноровиться. Вообще каждому сверлу нужно немножко приноравливаться. Правильно работать, конечно же, все-таки с охлаждающей жидкостью. Но мы старались все-таки в одинаковых условиях всех протестировать, чтобы это было максимально быстро и эффективно. То есть можно, конечно, было взять обычную заготовку, сверлить ее 2 недели. Но у нас, к сожалению, это много времени нет. Поэтому вот в таких вот сжатых условиях мы сделали испытание. Многие сверла переоценены очень сильно. Это сверла Макитовские сверла, Бошевские сверла, Метаба сверла, Деволт сверла, Милоки сверла. Они переоценены. Видно, что платите за бренд очень хорошо. В общем, наверное, на этом я буду заканчивать. Спасибо большое, что посмотрели наш обзор. С вами была компания Папа Карло. Если честно, мне кажется, такой объемный тест сверил, наверное, никто на Ютубе на российском не делал. Мне кажется, мы первые. Пока. Некоторые сверла, которые не будут брать нержавейку, просто будем писать им в количество просверленных отверстий. Ноль! Какая-то... Спасибо.